Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас реагирую на новую песню. Камбэк, можно сказать. Не можно сказать, так оно и есть. Группы BSS. Busok Soon. А это, на самом деле, сабин группы Seventeen, которые состоят из Дикея, из Хоши и сын Квана. Все правильно. Думал, ошибусь, но не ошибся. Вот, три человека из этой группы. Они еще в 2018-м дебютировали. Сначала они исполнили одну песню в Don't... Just Do It, простите, не Don't, а Just Do It. Just Do It на фан-митинге. Потом они вместе с ней дебютировали в марте 2018 года. И вот недавно, в феврале 2023-го, спустя, на самом деле, 5 лет получается. Жуткое дело. Они вернулись со своим камбэком с песней Fighting. Собственно говоря, там целый мини-альбом, насколько я помню, да? Или сингл. Да, не суть важно. Сингл-альбом. Там еще есть несколько песен. И сейчас я на нее отреагирую. Посмотрим, что она себя представляет. Опять же, с парнями из Seventeen я более-менее мало-мальски знаком. С этим сабьюнитом еще пока нет. Но, может быть, все будет хорошо. Перед началом реакции я вас попрошу поставить лайк, нажать на колокольчик, подписаться. Все такое прочее. И поблагодарю людей, которые меня поддерживают на Boosty. В особенности Шуру, Илью Просина, Горш и Winterflower. Что ж, давайте понадеемся на то, что эта песня хороша и мне более-менее зайдет. Зачем мне функция диктовки? Не надо мне функция диктовки, отстань, не спрашивай меня больше. 3, 2, 1, поехали! Мягкие ударные. Тарелка, опять же, слышная, все такое прочее. На фоне постоянно звучит о-о-о. Неплохие пальтышки, кстати, у товарища. Неплохое. В каком стиле? В смешном. Харяга смешная. Видно, что они ржут. Там люди ходят. Назад, да. А, понятно. Они сняли явно это так, а потом промотали назад. Прикольно. Видели на картинках? Я да. Прикольное ощущение. Очень позитивная песня. Немножко не по мне, но позитивная максимально. Мне вот этой фразы «Fire» немножко напоминает «Fire». А, Пак Чин Ён. О, да, у них же еще и рэпер относительно известный. Кстати, хороший рэпер. Дай вспомнить ее имя. Йонг-Жи, по-моему, здесь ничего не путаю. Поет на фоне такие. Прекрасно. Там, по-моему, проблема с акциями. Прям сейчас. О. Все вернулось. Смешной клип, смешная песня, динамичная, энергичная. Не та песня, которую я, скорее всего, буду переслушивать, точнее, на клипе пересматриваю, потому что он слишком веселый. Да и песня бодрая.
Она вот максимально не скучная. Сегодня был массаж, у меня что-то шею заклинило. Массаж помог, не до конца еще, и поэтому, когда я делаю главное, что мне шею не так, окончательно не заклинило. Такая размашистая хорография, развеселая, меня импонирует всегда. Тут девочки должны быть в восторге от таких движений. Обратите внимание, на светофоре, судя по всему, говорит одновременно и красный, и зеленый. Удачи вам решить, идти или не идти. Видимо, это означает «ждите». Хорошие переходы. Типа он в самолете, потом не в самолете, потом на съемочной площадке. Дальше будет с картами то же самое. Тут он едет, едет, а потом оказывается, пожалуйста. Хорошие декорации, на которых можно дофига всего снять. Блин, какой у него голос низкий. Ору с мужиков на фоне. И девчонок, судя по всему. И пианино в кассу использовано. Все грустят, потому что акции падают. Выпили кофе, или что бы это ни было. Там, правда, говорить до этого про декаф. И все, исправилось. Можно и попеть. Чей-то палец. Натурально, он пел вот в это, по-моему. Почти уверен, что вольно-невольно люди, которые писали эту песню, они вдохновлялись все-таки Фая Пак Чин Ёна. Эта песня, она смешная, она забавная, она очень реально похожа по вайбу. Там даже местами вот такие забавные странные танцы. Другие совершенно, здесь, конечно, парни гораздо лучше танцуют, чем танцует Конан О'Брайен вместе с Пак Чин Ёном. Но Пак Чин Ён — это отличный танцор, мы знаем тоже, опять же. Послушайте, я вот здесь поставлю ссылку на Фая, просто зацените. На мой взгляд, это похоже. Это ни в коем случае не плагиат, это просто похожий вайб общий. Может, вдохновлялись, может, нет, может, так совпало, не суть важно. Песня веселая, бодрая, заводная, опять же, хороший сабьюнит. То есть я, честно говоря, ожидал опять что-то чисто рэпческого, потому что обычно сабьюниты... Не обычно, а часто сабьюниты — это рэп. Я буквально только что реагировал на... Господи, не Сабин, конечно, так можно сказать, на песню, которая... Волкна, в общем, неважно, на Волкна. И от Трэжа, собственно говоря, там три парня всей группы поют, это просто не семь Сабин, это просто три парня поют на альбоме одну конкретную песню. Там просто тяжеля хардкор и хип-хоп, а тут внезапно Сабин такой веселый, кайфовый, бодрый. Вот, ладно. Поставьте лайк, подпишитесь. Нажмите на колокольчик, поддержите меня на Boosty и напишите обязательно boosty.to/sudakov. Именно это и напишите в строчке браузера. Посмотрите, как меня можно поддержать или нельзя меня поддержать. Мне будет очень приятно, если можно. Вот. И напишите в комментариях,
Как вам эта песня? Как вам этот сабьюнит? BSS? Чего ли вы от него ждете? Я не очень понимаю, почему, честно говоря, 5 лет был такой перерыв большой. Ну, надеюсь, в этот раз у них перерыв будет меньше, потому что это позитивная энергия, которая нам всем так нужна в наше сложное время. Все. Благодарю людей, которые меня поддерживают на Boosty уже.